Добрый день всем, доброе утро. Попробую сегодня рассказать о такой группе растений, которые привлекают сейчас общее внимание. Это чужеродные виды. Давайте для начала сделаем определение, что такое чужеродные виды. А растения вокруг нас мы можем разделить, грубо говоря, на три группы. Это аборигенные виды, местные. Второе. Значит, это местные виды, виды местной флоры. Виды, которые культивируются, какие-нибудь яблони, там, сирень, и виды, которые появились из первичного ареала, сделали это самостоятельно, либо с помощью человека, и вот эти чужеродные виды во вторичном ареале, про них я сегодня буду рассказывать. Так, секундочку. На одной из прошлых лекций вам рассказали достаточно подробную историю лечения московской флоры. И современный этап лечения чужеродных видов связан, пожалуй, с Алексеем Константиновичем Скворцовым, который в начале 70-х годов выпустил серию статей про заносные виды московской флоры. И эти статьи подхватили... Это в поле исследований подхватил Михаил Станиславович Игнатов, Василий Дмитриевич Бочкин, Александр Владимирович Чичев, а Владимир Валентинович Макаров, он занялся лечением дичайших растений ботанического сада. После инсульта у него были проблемы с полевыми исследованиями, и он смотрел то, что есть рядом в главном ботаническом саду. Вот. Ну а я присоединился к этому сравнительно поздно. И вот за последние годы было издано несколько книжек при моем участии. В 2010 году мы издали «Чужеродную флору Средней России». Я не ожидал, что она получит такое внимание. И сейчас этих черных книг уже почти десяток. Вот. Но мне гораздо интереснее это конспекты чужеродных видов московской флоры. Там все гораздо любопытнее, на мой взгляд. И вот в прошлом году мы выпустили монографию по одному из инвазионных видов. Это монография про Ацернигонду. Возникает вопрос, всегда ли чужеродные виды – это плохо? Вот сравнительно недавно я наткнулся на такой любопытный факт про аляскинский люпин, который культивируют в Исландии. Исландия, как вы знаете, это вулканический остров, большая часть которого покрыта лавовыми полями, на которых практически ничего не растет. И вот исландские биологи попробовали разводить аляскинский люпин. И у них получилось. Причем получилось так, что вот здесь фотография... просто гугловские космические снимки, вы видите, некоторые долины просто фиолетовые. То, что они фиолетовые, можно убедиться. Вот здесь видно, что люпин скашивали, и тут продольные полосы есть. То есть даже на космических снимках люпин виден. Исландцы говорят, что после того, как поселяется люпин на лавовых полях, накапливается гумус, и уже по этим остаткам люпина могут поселяться местные виды и даже березы. Вот. И смысл вот нескольких статей был, что люпин на Аляске – это просто замечательно. Аляска, в Исландии. Исландия станет не просто лавовым полем, а позеленеет. Так ли это или нет – это вопрос, но вот такой точки зрения есть. Есть серия статей про использование чужеродных видов. Юлия Константиновна Виноградова со товарищей выпустила такую книжку несколько лет назад «Ресурсный потенциал инвазионных видов. Это как можно использовать чужеродные виды». Есть статьи о том, как можно использовать мульчу из чужеродных видов для подавления сорняков, для зачистки нефтяных разливов. А вот сравнительно недавно прошла серия публикаций о том, что борщевик Сосновского можно использовать для
производства супераккумуляторов. Но я сильно сомневаюсь, что тут большевик сыграл роль как генератор супераккумуляторов, а любая клеточная структура у любого растения подойдет. Но борщевик – это тема модная, поэтому предпочли говорить о борщевике. А как отличить чужеродный вид от аборигена? Это вопрос очень сложный, и легко он решается только в том случае, если мы имеем с межконтинентальными переносами. Вот простейший пример – это дурман, дурман обыкновенный, или дурман вонючий, если угодно. Еще с первых экспедиций в Америку европейцы привезли дурман. И вот здесь на фотографии вы можете видеть изображение дурмана, вполне узнаваемое, 16 века. Здесь я не очень уверен, что это хорошо видно, но он называется соляну манику. Дурман использовали как наркотическое растение, и поэтому он очень быстро расселился по Европе. Ну вот на гравюрах уже 16 века растение вполне узнаваемое, и 16 века он начал свое расселение по Европе. Здесь у нас все просто. С понятием, что вид чужой американский. Однако бывают и более сложные загадки. Несколько лет назад в Калужских засеках нашли такую замечательную штуку, как изопирум дельтроидис. Это родственник василисника из лютиковых. И во всей Европе это растение считается достаточно редким индикатором старовозрастных широколиственных лесов. И находка ее в засеках была неожиданной. Это при том, что засеки, в общем, тут та территория, которая посещалась многими ботаниками неоднократно, и находка изопирум была крайне удивительной. До ближайшей точки порядка 500 километров от точки в засеках и ближайшие точки в Киевской области это порядка 500 километров. И я был абсолютно уверен, что это пример дальнего расселения, пока через год изопирум не нашли в Москве, благодаря наблюдениям на натуралистов. Вот эта точечка верхняя – это главный ботанический сад, по которому он потихонечку бегает. А вот внизу это точки уже в московском лесопарке. Причем тут возникает вопрос, сколько этих точек. Вот на Google, карта Google, видите, тут чуть ли не десяток. Вот, я отправился по координатам одной из находок, искал очень долго и убедился, что была ошибка в определении. Вот, тут место, вот в этом месте я его искал. И на фотографии справа вот как раз изопирум из московской точки. Я не уверен, что он так активно расселился по лесопарку. Возможно, это просто определение, ошибки определения координат. Надо походить, посмотреть. Но проблема с этим видом, то, что цветет он неделю-полторы от силы. И после этого крайне мало заметен. Высота растения на сантиметров 10, может быть, 15. Родной он, чужой он, откуда он пришел в засеке, откуда он взялся в Москве в лесопарке. Загадка. Ну вот ГБС, понятно, он просто убежал из культуры. И далеко не всегда решение однозначно. Вот на фотографии здесь вы видите свербигу. Это фотография долины Оки под Калугой. В общем, я с детства привык в мае, в конце мая, в начале июня наблюдать массовое цветение свербиги. Бабушка меня научила, какая она вкусненькая. В общем, с детства я прекрасно это растение знаю. Однако, к моему удивлению, очень часто в статьях встречаешь, что у нас свербига вид заносный. Причем это даже вошло в некоторый учебник. Вот недавно изданный учебник по геоботанике.
В нем утверждается, что Севербига у нас вредоносная. Откуда это взялось, мне не очень понятно. Откроем флора Россика Ледебура и убеждаемся, что в середине XIX века, в общем, там, где ботанические наблюдения проводились, Севербига везде была как вид аборигенный. Но откуда это могло прийти? Значит, хорошо известно, что в Западной Европе, в окрестностях Парижа, там, где квартировалась российская конница после войны 1812 года, Севербига является заносным видом. По очень популярной книге Александра Васильевича Цингера, сына того известного Василия Яковлевича Цингера, и тоже математика, занимательная ботаника. И вот в занимательной ботанике рассказывается, что Севербига растение заносное. Но заносное надо в окрестностях Парижа, в Германии. Почему она у нас заносная, не очень понятно. Есть другой способ проверки. Николай Иванович Анненков в середине XIX века издал ботанический словарь народных названий растений. И вот мы откроем нужную страничку со Севербигой. И обратите внимание, во всех губерниях Российской империи, в европейской части, на Кавказе, Севербигу хорошо знали. Если оно растение заносное, откуда такое внимание к Севербиге? Растение, в общем, пищевое, народ замечательно знал. Обратите внимание, в разных губерниях ее называют по-разному. Но я не буду цитировать такие некоторые названия, не вполне приличные. Вот. И если она поселилась, то явно до XIX века. И, на мой взгляд, Севербига вполне себе вид местный. И подтвердить это можно только, если внимательно изучать остатки растений при археологических раскопках. К сожалению, эта часть ботанических исследований, она очень мало развита у нас в Отечестве. Я это прокомментирую в ответах на вопросы подробно. Иногда с привычными, в общем, хорошо известными растениями связана целая история. Очень, опять же, на мой взгляд, совершенно непонятно, откуда взявшиеся. Вот, например, аир, Acarus calamus. В общем, довольно широко распространенное растение в европейской части. Надеюсь, все знают, что это триплоид на нашей территории. Плодов он не дает. Хотя, в общем, обычно цветет. Почему-то в очень серьезных статьях утверждается, что аир на нашей территории занесли татаро-монголы. В одной статье я прочел, что татары высаживали аир для того, чтобы очистить воду. Но представьте себе там Россию 14, 15, 16 веков, татарской конницы в переметных сумах тащит с собой десятки килограммов аира, чтобы оздоровить воду. Вот я до сих пор в Калужской области из некоторых речек лесных могу спокойно пить воду. Я знаю, что это не опасно. Вода чистая, а в 15-16 веку, там в 14-м, явно проблемы с водой в Европейской Руси не было. Совершенно непонятно, зачем татары могли тащить с собой аир. Но я нашел разгадку, откуда это взялось. Знаменитый Карл Клюзиус, у которого был поразительный ботанический сад в Вене, знал про аир. Он знал его по восточным сладостям, которые турки привозили в Европу. И одно из сладостей это были засахаренные корневища аира. Ну, что-то типа цукаток. Ну, вряд ли они были засахарены, скорее всего, они были либо в меду, либо в вываренном виноградном соке. Но Клюзиус очень интересовало, что это за растение. И он договорился с купцами, они ему привезли растения живые
Турция. И он посадил их в ботанический сад, они у них прекрасно росли. И вот на этой центральной картинке вы можете видеть европейское изображение Аира, вполне себе достоверное. Это 1601 год. Все было замечательно, покуда Клюзиус не похвастался некому Полудану о том, что вот у него замечательный есть Аир в ботаническом саду. Полудан – это был такой богатый наследник, который занимался естественной историей и собирал естественно-исторические коллекции. В это время, ну, в 16-17 веках, это было модно. И было модно не только на Европе, но и на Руси. Ну, например, наследники Демидовых или Разумовских – это, в общем, богатые землевладельцы, богатые наследники, которые тоже интересовались естественной наукой. И вот Полудан сказал, что когда он был ребенком, то есть ему было 18 лет, он путешествовал по Европе, он был в Вильне, и там этого Аира было много. И назывался он Татарска. Вот не от этого ли Татарска пошло байка о том, что Аир принесли татаро-монголы на Русь. Я так думаю, что татаро-монголы тут ни при чем. Скорее всего, на Русь Аир попал по Великому Шелковому пути с торговлей с Азией. Максимальное разнообразие Аира – это Восточная Азия, Южная Азия. Там несколько цитотипов известно. Вот. И изучение Аира продолжается, и вот его современный ареал. Если вы видите, в Европе очень много точек, это явно вторичный ареал, а вот в Сибири там известно 20 цитотипов, диплоидный, триплоидный, и вот в Южной, Юго-Восточной Азии там разнообразие очень большое. Вот до того, что вот буквально в прошлом году был описан новый вид Аира, Акрос-Татаринове, диплоидная раса. Вот. Но у нас, повторюсь, в Европейской России триплоидная раса, и попал в Европу Аир двумя путями, через Турцию, и второй путь, я думаю, через Индию по Великому Шелковому пути. Вот вам загадка. Сравнить европейские и русские образцы Аира, понять, действительно это разные пути, разные векторы заноса, или это я все придумал. К сожалению, получить европейский материал по понятным причинам сейчас достаточно сложно. Первая наша попытка провалилась, но, в общем, будем надеяться, что это можно сделать, сравнить европейскую популяцию и восточноевропейскую популяцию, понять, имели ли они один источник заноса, или их было несколько. Вторая загадка. Я наткнулся на эту статью японцев и американцев до колумбовскими изображениями Ипомея в японских миниатюрах. Ипомея – это южный центральноамериканский род, и в Старом Свете Ипомея неизвестна, кроме Ипомея Сибири, который сейчас, в общем, из рода Ипомеи изгнали. И вот на миниатюрах доколумбовских обнаружены рисунки, очень похожие на Ипомею. Откуда, как оно могло попасть в Японию до Колумба? Были ли контакты японцев с Новым Светом в доевропейскую эпоху, непонятно. По крайней мере, документальных и письменных подтверждений этому нет. Значит, каким-то образом, вероятно, японцы контактировали с Южной Америкой. Или это выдумки ботаников, или то, что на рисунках это не Япония. В общем, загадка. А это загадка для меня. Вот есть такая замечательная травка, лихнис халцедоника, зорька. Вот, татарское мыло еще иногда называют. Я
стал вспоминать, я, в общем, помню, это лет с 5-6 это растение, в полисаднике у моих калужских родственников она росла. Я не знаю, где ее природный ареал. Вот здесь схема ареала из известной вам базы данных. И видите, для всей Восточной Европы, по крайней мере, для южной части, указано, что это растение аборигенное. Я как-то в это не верю, потому что я помню ее по калужским цветникам, а отнюдь не по природным местам обитания. Вот. Где ее первичный ареал? Не знаю. Я, к сожалению, за Уралом не был. Не знаю, как там эта лихвица халцедоника растет. А не видя растений в природе, крайне трудно что-либо придумать. В Европе это растение очень давней культуры. Вот здесь гравюра 16 века. Растение вполне узнаваемое. И называлось константинопольскими цветами. То есть в Европе оно было известно из Турции. Повторюсь, для меня загадка, где природные ареалы этого вида. Считаю, что в Восточной Европе, по крайней мере, в центральной России, растение заносное, по крайней мере, ведет оно себя как заносное. Вот еще сложная загадка. Опять же, это растение все знают, бузина красная, и с детства ее помню, паке производит впечатление вполне нормального вида. Однако Алексей Константинович Скворцов мне рассказывал, что бузина стала активно расселяться после Великой Отечественной войны. До Великой Отечественной войны он ее не встречал или плохо помнит, а вот после войны она стала обычным видом. Однако, если мы обратимся к сводке Василия Яковлевича Цингера, то здесь приведено указание Самбукуса рацемоза для ряда губерний Европейской России. Калужская, Нижегородская, Московская, Тамбовская. И вот один из образцов, собранный Дмитрием Ивановичем Литвиновым, это Алексин, это нынешняя современная Тульская область, 1880 год. В Винике Паке, наверное, дико. То есть, в общем, расселение ее началось несколько раньше. Тут два вопроса. Первый, когда же все-таки она начала расселяться? Для меня, опять же, загадка, зачем ее выращивали в садах. Если мы возьмем Сречково или Стрелянку Московской губернии, там написано «разводится в садах». Ничего интересного. Я в этом растении не вижу. Зачем его разводили в садах, мне непонятно. У Анненкова мы встречаем, что чистит самовары, но разводить бузину для того, чтобы чистить самовары, и как-то мне странно. Вот. Но есть и вторая загадка. Это связь самбукуса рацемоза и самбукуса сибирика. В отечественной традиции принято, что это два разных вида. На правой картинке изображение типового образца, по которому этот вид самбукуса сибирика описан. И я не нахожу никаких отличий вот, внешних от нашей самбукуса рацемоза. Ну, может быть, верхушка листа более оттянута. Во всех ключах пишут, что у самбукуса сибирика щетинистое опушение молодых побегов. На Звенигородской биостанции мы как-то посчитали со студентами. Треть растений голая, треть растений щетинисто опушенная, и треть растений имеет промежуточный характер опушения. Ну так, очень грубо говоря. Является ли самбукус сибирика и самбукус рацемоза двумя независимыми видами, или это один вид, который широко распространен в Евразии? Я не знаю, по северным областям Евразии. Для меня это тоже большая загадка. Вообще, расселение растений происходит у нас на глазах иногда и очень быстро. Вот здесь на фотографии пазник прозанника, укорененный радиката, в общем, гипохерис радиката, который за последние 30 лет предпринял стремительный марш на восток.
В 80-х, 90-х годах по Калужской области, в которой работал и Скворцов, я некоторое время работал, Наталья Михайловна Решетникова. Это было крайне редкое растение, было известно на самом-самом западе области. Сейчас, в общем, гипохирия стремительно рванул на восток. Возгущение точек в восточной части ареала – это работа Алексея Петровича Серегина, это мещерские точки. А вот фотографии сделаны, как ни удивительно, просто во дворе моего дома. Несколько раз в Москве я встречал гипохирис на газонах. Если судить по газонам, можно сказать, что это вид заносный. Однако его расселение на восток – это вид, это процесс, на мой взгляд, совершенно естественный. И отличить, как происходит расселение природными факторами или в этом помогает человек, я не знаю. Вот буквально вчерашние фотографии. Это Галянтус плекатус. Слева фотография в нашем ботаническом саду. Галянтус плекатус – это, во-первых, единственный вид галянтуса, который я могу опознать. С остальными я не очень знаю, как их называть, там сложные. А номенклатурная таксономическая ситуация. А Галянтус плекатус узнается легко, хорошо, очень своеобразный вид в этой группе. А вот справа это фотография Галянтус плекатус рядом с биофаком, биологическим факультетом. Вот красной звездочкой это там, где сделана была правая фотография. Ботанический сад, вот, особенно в дендрарии Галянтус плекатус, активно расселяется по территории, вот, которая связана в дендрарии, правая его часть, если смотреть от биофака. Именно Галянтус плекатус, который расселяется по ботаническому саду, был обнаружен в парковых посадках рядом с биофаком. Возникает вопрос, его кто-то посадил или он прибежал сам? Вот этот участок парка, я по нему, мимо него и по нему хожу последние там 30-40 лет, и я просто замечаю, как там появляются новые виды, которых там явно не было там 30 лет назад. И таких видов уже есть десятки. И что здесь происходит? Стихийная продукция, кто-то взял и подсадил, или он сам прибежал. Но между ботаническим садиком и этим участком, ну, добрых 300 метров, нужно пересечь две асфальтовых дороги. Насколько я помню, у галянтуса семена мермикохорные, но представить себе муравья, который бежит 300 метров с семенами, я себе не могу. Тем более, ну, зачем ему бежать 300 метров от муравья, еще с семенами в жвалах? Не понимаю. А откуда берутся эти виды, вот там, где стоит звездочка, для меня загадка. А другая загадка связана с Эладея канадэнсис. Эладея появилась в Москве, Подмосковье, впервые отмечена в 1885 году, питонников я нашел. А сейчас Эладея добежала до Байкала, и вот все евразиатские точки – это вторичный ареал. Здесь она активно расселяется. Вот. До недавнего времени была практически почти в каждой луже. Считается, что, вернее, точно известно, что у нас только женский клон, и размножаться семенами она не может. Считается, что Эладею разносят утки. Я как-то с трудом себе представляю утку с клоком, с стеблем Эладея на лапах. Не знаю, виноваты ли в этом утке или какой-то другой переносчик. Но, тем не менее, Эладея это не помешало добежать до Алтая. Практически одновременно с питонников Золотницкий был такой видный аквариумист. Он пытался внедрить Эладею у себя там в прудике. Он занимался не только разведением рыб, но и разведением аквариумных растений. И все его попытки
посадить и лады оканчивались безуспешно. Но вот Эладея наступила из западной, вернее, западной, центральной и западной Европы и активно освоила всю территорию, почти всю территорию Евразии, за исключением Дальнего Востока, пожалуй. Вот. Но Эладея настолько обычное растение, что оно используется, наверное, почти во всех университетах для изучения строения растительных клеток. И вот, как всегда у нас в августе, возникает вопрос принести Эладею на факультет, чтобы на первых неделях сентября показывать Эладею студентам. И вот в течение нескольких лет я отправлялся на речку Пехорку, недалеко от Москвы. Там росла другой вид Эладеи, Эладея денза, которая явно сбежала из аквариума. Пехорка отличается тем, что в нее сбрасываются сточные воды Москвы. Треть сточных стока Москвы сбрасывается в Пехорку. И речка не замерзает зимой, и там такой аквариум возник. Там почти десяток экзотических видов. Очень удобно. Вот такие космы Эладея в речке Пехорки. Это лет 5 назад снят. Я радостно в прошлом году отправился за Эладеей. К моему изумлению, я не нашел ни одного растения. Вот это все исчезло. При этом параллельно наблюдается уменьшение популяции Эладея канадензис. То есть в привычных нам водоемах она куда-то исчезла. Почему она исчезла? Как она? Куда она делась? Точности неизвестно. Моя рабочая гипотеза – это насекомые. Вот есть такое семейство бабочек, у которых подводные гусеницы. И эти гусеницы питаются верхушками, меристемками водных растений. Я уже пару лет пытаюсь посмотреть, найти эти гусеницы, но время занятости не позволяет мне залезть в лужу и поискать вот этих вот зверушек. Если кто-то за это возьмется, я буду крайне признателен. Так ли это или не так, съели Эладею бабочки, а точнее гусеницы, или нет, это интересный вопрос. Если кому-то повезет на него ответить, я буду крайне признателен. А с Эладеей еще одна интересная история. Сейчас наблюдается расселение еще одного вида Эладеи, Эладея нутале. Она завоевала всю Центральную Европу. Вот. И эта фотография сделана в окрестностях Берлина. И есть одна сомнительная точка в Брянской области. Гербарный образец мне не очень нравится. Там то ли Эладея нутале, то ли полудохлая Эладея канадензис. Я не знаю. Ну вот ожидайте, присматривайтесь. Эладея нутале вот-вот до нас добежит. И будет вторая волна расселения Эладеи. Потому что в Европе это очень четкая картина. А иногда происходит практически одновременное расселение некоторых растений на обширных территориях. Вот на фотографии такая североамериканская вишня, черешня, слива, кому как угодно, прунус, пенсильваника. Это фотографии, сделанные рядом со Звенигородской биостанцией. И вот на некоторых вырубках это вот такие заросли этой вишни, черешни, слива, прунус, пенсильваника. Это растение пионерное. Оно умудряется плодоносить на пятый год после посева. И недолго живущее. В природных условиях в Северной Америке оно едва ли существует там лет 20-25. 25-30 лет. После этого его чиняют другие растения. И вот одновременно в Московской, Владимирской, Ивановской области вдруг
Бронх пенсильваника обнаруживает как заносный вид. Что происходит? Почему она вдруг стала агрессивной? Догадка. По-видимому, происходит какое-то микроэволюционное преобразование с примерно одинаковой скоростью и вырабатываются адаптивные генотипы, которые в дальнейшем расселяются. Вот ареал промыс пенсильваника, вот в Северной Америке первичный ареал, и в Евразии это вторичный. То есть, но такое происходит одновременное расселение не только с промыс пенсильваника, вот черноплодная рябина Аронии Мичурина, она практически одновременно в Московской, Калужской, Тульской, Смоленской областях в 90-е годы стал дичать. До этого вела себя смирно, не расселялась, а вот последние годы, последние десятилетия, практически по всей лесным областям Европейской России активно расселяется. При этом, что любопытно, она способна поселяться на болотах. Справа это Соколовое болото под Москвой, и при этом она осваивает биотопы, характерные для одного из родительских видов Аронии мелнокарпа. По всей видимости, происходит генетический дрейф, небольшие изменения генотипа, которые позволяют освоить новую территорию. И вот в центре график из европейской монографии по гигантским борщевикам. Здесь изображены генотипы дикого типа, была специальная экспедиция на Кавказ, и инвазионные генотипы. И вот видите, для всех трех видов гигантских борщевиков происходит некий дрейф генов. Инвазионные популяции немножко отличаются от родительских, но вот повторюсь, таких работ еще крайне-крайне мало. Ну вот сходу я с десяток публикаций назову на пути. Бывают и более странные загадки. Вот на фотографии, хорошо, наверное, многим известно, амброзия артемизифолия. Это одно из самых аллергенных растений нашей территории. Североамериканский вид. Вот. И ее пыльца крайне аллергенна. На юге России это беда бедой. Вот. И одновременно с ней расселяется еще амброзия трифер. Ее двоюродная сестра, вернее, родная из того же рода. Очень, на мой взгляд, не похожее растение. Вот. Но, тем не менее, также аллергенная. Вот, и в Подмосковье крайне редко, вот если амброзия артемизифолия можно найти достаточно легко, амброзия трещина в Подмосковье штука редкая. Странная вещь. Вот здесь график на основании национального доклада по фитосанитарному состоянию территории Российской Федерации. Обратите внимание, что амброзия артемизифолия в массе растет по западной части территории Российской Федерации, европейской части. Вот, а в Предурале, активнейшим образом расселяется амброзия трифера. Если мы сравним распространение этих двух видов в Северной Америке, то отличий никаких. То есть отличий минимальны. Почему два вида, которые в Северной Америке ведут себя одинаково, на нашей территории ведут себя по-разному, для меня загадка. Но для этого нужны экологические исследования этих видов в первичном и вторичном ареале. Но заниматься экологией амброзии в США, как вы понимаете, достаточно для российских ботаников проблематично. С амброзией связана еще такая интересная фишечка.
зоологи ЗИНа, зоологического института в Санкт-Петербурге, уже лет 40 работают с таким листоедом, как Зигограмма сатуралис, для биологических методов, для биологической борьбы с амброзией. Вот. И это бескрылый, точнее не летающий листоед. И вот на территории России он научился летать. Ставропольские энтомологи регулярно ловят зигограмму в укусах. Как она там что-то сделает? Ну, это загадка уже зоолога. Нас же учили, что обратных мутаций не бывает. Если жук разучился летать, то разучился. А вот зигограмма говорит, а я научился. Биологические меры борьбы, в общем, вещь крайне популярная и очень широко развита на территории, прежде всего, Северной Америки, отчасти Европы. Есть десятки фирм, которые этим занимаются. И самый известный пример – это использование коктобластера с коктором, такой моли кактусовой, для борьбы с вазией опунции в Австралии. И эта работа началась в 1911 году, потом она была прервана Первой мировой войной. Ну, в общем, активно как-то власти стали расселять в 1925 году. К 1935 году уже проблема опунции в Австралии была решена. Вот. И это ярчайший пример, как биологические меры борьбы работают. Однако почему-то эти меры борьбы не используются в Европе. На фотографии слева это место, которое все знают по литературе. Это замок Ив в окрестностях Марселя, где содержался граф Монте-Кристо. А под этим фортом заросли опунции. В Средиземноморье опунция активно расселяется, в Средиземноморье, на Канарах. И, в общем, на мой взгляд, растение неприятное, снижает рекреационную доступность. Тем не менее, никто не использует коктобластис для борьбы с опунцией. Почему, как, я не знаю. Возможно, коктобластис есть не только опунция, но и любые другие кактусы. А в Европе кактусы популярны, в Средиземноморье, популярного зеленения. Не знаю. Надо спрашивать европейских ботаников. Иногда возникают странные вещи, связанные с информационными проблемами. Вот у нас на нашей территории существует в Центральной России два вида ксантин. Один, который на фотографии справа, это ксантин струмариум, который был широко распространен в 19 веке. И вновь прибывший ксантиум, который очень понятно как называть. Его называли очень часто ксантиум альбином. По-видимому, это все-таки неверно. Стоит его называть ксантиум ориентале в широком смысле. Я взялся посмотреть на представленность этих двух видов в гербарных сборах. Значит, синенький график – это ксантиум струмариум, розовенький график – это ксантиум альбина или ориентали. Значит, к сожалению, я не очень грамотно здесь временную шкалу, но, в общем, вот этот пик – это конец 19 века, а потом наблюдается деградация численности. Параллельно с этим появляется заносный ксантиум ориентали, который дает резкость. Первый раз он обнаружен в 1922 году в окрестностях Пензы. Гуго Эдгарович Гроссет нашел это растение на Суре. Вот. И дает вспышку численности. После этого численность ксантиума ориентали падает. Но на самом деле все пики, которые мы здесь видим, это артефакты, не связанные с друничником. Первый пик ксантиум струмариум – это гербарий Василия Яковлевича Цингера. Ему прислали много гербарных образцов, и поэтому как бы вспышка численности.
Падение вот против девятки сборов Xanthium strumarium – это Великая Отечественная война. Пик в находках Xanthium orientale – это мещерская экспедиция под руководством Вадим Николаевич Тихомиров. Много собирали, поэтому пик численности. То есть все, вот этот график – это просто результат неравномерности гербаризации, не более того. Обычный путь действия, когда мы просто по гербарным сборам пытаемся восстановить историю расселения, здесь не работает. Вообще, Xanthium strumarium очень сложная группа. И вот здесь краткий список синонимов флоры Северной Америки. На самом деле их еще больше, потому что синонимы подвидов не приведены. И американцы все запутали, они свалили все в Xanthium strumarium, хотя это совсем не так. Вот на фотографии слева это настоящий Xanthium strumarium, у которого относительно мелкие соплодия, короткие шипы и опушение мелкими нежелезистыми волосками. У Xanthium orientale соплодие крупнее, шипы с железистым опушением. Ну и в целом оно такое более мощное, что ли. Вот. Но все сложнее. Вот слева это Xanthium strumarium в широком, в узком понимании. Вот, видите, тут тело соплодия опушено короткими нежелезистыми волосками. В центре то, что называют Xanthium orientale, то, что у нас сейчас широко распространяется, то, что мы называем Xanthium albino. А вот левая, самая правая фотография сделана в Упселе, в Линнеевском ботаническом саду. И там мы находим третий морфотип с очень мощными клювиками. Вот, при этом шипов сравнительно мало, но с мощным железистым опушением. Немцы предлагают вот этот морфотип называют Xanthium orientale в узком смысле, а вот то, что в центре называют Xanthium orientale, называют Xanthium italicum. Но молекулярно-генетические исследования однозначных результатов не дают. Как называть самый обычный дурнишник, который у нас растет по всем речкам, Xanthium albino, Xanthium italicum, Xanthium orientale, я не знаю. Вот. А Xanthium strumarium оказался видом местным. И вот еще в 70-х годах сначала Чехия, а потом немцы нашли соплодие Xanthium strumarium раскопку средневековых поселений на прибалтийских районах Германии. Потом соплодия были найдены в доколумбовских отложениях, то есть вид явно европейский, ну, по крайней мере, старосветский, вот, который был известен до Колумба. По-видимому, Xanthium strumarium принадлежит к растениям крайне нейтрофильным, но в Средней России можно назвать такие вот виды, как Chenopodium urbicum, Chenopodium vulgare, тот же Xanthium strumarium, которые с улучшением санитарной обстановки стали крайне редкими. Вот Chenopodium urbicum, городская, в Европе исчезла после того, как возникла городская централизованная канализация. До этого вид был достаточно банальным, там, в веке 18. В 20-м Chenopodium urbicum найти в Центральной и Северной Европе практически невозможно. С некоторыми таксонами чужеродных видов возникают большие проблемы. Вот перед вами эти североамериканские астры, которые теперь выделяют в род Симфиотриху. В Северной Америке есть три похожих вида. Новобельгия, Леви и Симфиотрихум ланцеолятум. И известны все гибриды между ними. Это Симфиотрихум солидум, Симфиотрихум версикулер
И вот единственное у нас культивируемое и хорошо отличимое – это Симфиотрихум нуванга. Я не берусь определять виды этого рода. Я не могу найти границы между этими тремя видами и гибридами. Ну вот, кроме Симфиотрихум нуванга, которая из другой подсекции отличается идеально. И я пытался использовать ключ, как мне показалось убедительный, спеси флоры, новой флоры Британских островов. Очень убедительный ключ, но на нашей территории он не работает. Не берусь определить остров. Извините, и на натуралисты я тоже этого не делаю. И другим определителям я тоже не верю. При неопределении и в гербарии, и на натуралисты я не верю. А другой пример тоже, на мой взгляд, очень замечательный. А вот есть такой Филипп Верло, или Верлов, не знаю, как эта французская фамилия читается, с его замечательным руководством к заносным растениям Бельгии, он приводит такой вид инлорациумоза, который родственник нашему инлорациумозу, отличается вот таким вот узким соцветием. И справа это типовой образец этого вида. Все замечательно, и даже появились определения Центральной России с таким определением. Вот такие вроде бы растения из нашего ботанического сада университетского. Ну, в общем, чем не инлорациумоза, сказать трудно. Очень похож. Вот, но вот фотография одного растения. Правый стебель – это инлорациумоз. Вот, а левый стебель, то есть правый вот от меня, вот это инвахилениум, вот это инвахилениум. Но это стебли на одном корневище. Как их отличать? Вот это вот, это просто такое вот форма соцветия инвахилениум или это инвахилениум? Не знаю. Но определение инвахилениум уже появилось. Другой пример, это тот же Филипп Верлов указал для центральной Бельгии такой американский юнкус дихотомус, близкий к юнкус тенуус, от которого отличается, помимо всего прочего, длинным узким язычком. Вот. И сразу же появились публикации по находке этого вида в Восточной Европе. Валерий Тихомиров в Беларуси нашел и по сборам Цвилева в Воронежской, по-моему, области. Вот, в Ульяновской области тольяттинские ботаники нашли. Однако через некоторое время Филипп разочаровался в этом виде и низвел юнкус дихотомус до подвида юнкус дихотомус до подвида юнкус тенуус. Я просмотрел все материалы, которые мне были доступны в Москве. Ни на одном из них у юнкус тенуис не было такого длинного язычка, как полагается американским растениям. И, конечно же, в находке новых видов и новых интересных загадок очень помогает аэнтролит. Ну, профессиональных ботаников, а тем более флористов, в отечестве не так мало, не так много, извините. Вот. А когда к ним прибавляются десятки, сотен наблюдателей, возникают новые интересные находки. Я укажу лишь только на некоторые из них и с благодарностью тем людям, которые смотрят вокруг, фотографируют и делятся своими наблюдениями. А вот Амфалодос верна, до недавнего времени неизвестный в Центральной России. Это вид европейский, очень симпатичный, весенне цветущий. И вот две находки. Одна под Москвой, в Ближней Подмосковье, вернее, теперь это, по-моему, территория Москвы, и в окрестностях Таруса. Ну, явно он, конечно, сбежал или выбросили с корневищами из дачных посадок, или бежал сам. Очень симпатичное растение. Рад этой находке. Следующий пример – это Примула полианта. Это гибрид нашей аборигенной Примула вирис
европейской, кавказской, малазиатской, примлы-вульгарис. Вот такие гибриды возникают спонтанно. По-видимому, шмельки посещают оба вида. Вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, под Пущино фотографии сделаны. До этого мы находили в главном ботаническом саду такие растения. И на территории Москвы. Оказывается, в общем, такие случаи гибридизации не единичны. Буду смотреть за расселением таких растений. Еще один интересный заносное растение – это робусиртус. У нее 22 фрагмента ареала. Один центральноевропейский, второй кавказский. И вот сначала она была найдена вот здесь, в Кузьминках Люблино, потом последовали новые находки, и, по-моему, в Брянской области ее уже нашли. Опять же, все точки – это точки из iNaturalista. Я две из них проверил в Кузьминках и Сокольниках. В общем, активно расселяется. Зеленая такая ежевика. Плодоносит достаточно редко, но вкусненькая, но плодов очень мало. Вот, как расселяется, я не очень понимаю. Вот здесь очень любопытное растение из алисматаца, гидроколиус нимфоидус. Был обнаружен на очистных сооружениях Нижнего Новгорода, но после реконструкции этих очистных сооружений исчез. Аквариумные растения, безусловно, попало с аквариумистами, но вид крайне редкий. Да? Это единственная точка в Европе была, и уже нет. Вот я крайне признателен всем наблюдателям iNaturalista. Много интересных находок. Я пытаюсь какие-то точки посещать, не всегда удается. Что-то неудобно, что-то далеко, времени мало. И вот моя страничка с последними находками. Как вы видите, к моему изумлению, здесь почему-то преобладают виды заносные. Или виды с расширяющимися ареалами. Вот, как относиться к вольфиоризе, я до сих пор не знаю. По-моему, она все-таки сама расселяется. Вот, я благодарю вас за внимание. Я всегда интересовался неправильностью. Правильности можно взять учебник, открыть, почитать. А вот неправильности – это загадки. И чужеродные виды нам задают массу загадок, задают массу вопросов, на которые интересно отвечать, интересно искать отгадки. Вот здесь, на берегу Оки, под Калугой, фитоляка, ациноза, или как ее там называть, опять же, тоже загадка. Так, спасибо за внимание, готов к вопросам. Итак. Сначала у нас будут вопросы из формы регистрации. Если кто-то не знает, то в форме регистрации можно оставлять вопросы на будущие лекции, даже если вы их посещаете или, например, не сможете посетить, обязательно оставляйте их в форме регистрации или в комментариях к тем сообществам, которые официально мы распространяем и можем там увидеть. Это цифровой гербарий МГУ ВКонтакте и сообщество Флоры России на Nature-List. Вот там мы увидим вопросы, которые сможем задать на следующей лекции. Вижу вопрос в чате по поводу записи на YouTube. Да, конечно, будет. Итак, первый вопрос из формы регистрации. Свербига восточная? Крестоцветное растение, обычно с несколькими высокими стеблями, съедобными в молодом возрасте. Это заносное растение у нас в средней полосе России? Я в лекции об этом говорил. Я считаю, что она родная. Хотя подтверждения этому нет. Надо в археологических раскопах, там, скажем, 10-11 веков, попытаться найти эти орешковедные стручочки. Другого способа ответить на этот вопрос нет. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. У нас длинные вопросы в форме регистрации. Да, в этот раз. Да, там есть прям как будто сочинение. Итак,
12 тысяч лет назад, буквально только что, по меркам эволюции, почти вся Европа была покрыта арктическими пустынями и тундростепью. Все растения, которые растут сейчас, инвазивны, они сюда пришли извне. Если дать современным адвентивным видам несколько десятков или сотен лет, они обрастут экологическими связями, и от аборигенов их будет не отличить. На мой взгляд, борьба с такими видами – это неравная и бессмысленная борьба с эволюцией. Или я не прав? Это очень многослойный вопрос, и на него можно отвечать часами, но я попытаюсь кратенько. Значит, во-первых, есть понятие инвазивные виды различаются у зоологов и у ботаников. Например, я считаю, что полезно различать виды с прогрессирующими ареалами и виды инвазивные. Виды с прогрессирующими ареалами, вот я показал гипохирис радиката, например, сейчас активно аисты идут на восток, вот обычный белый аист. Зоологи называют его инвазивным видом. Поэтому расселение европейской части России после ледника не стоит, пожалуй, называть инвазионным расселением, это просто изменение границ ареала. Можно ли назвать эволюцией перенос амброзии из Северной Америки в Европу? По-моему, этот процесс не эволюционный, это процесс антропогенный человеческий, хотя антропогенный тоже практически не вполне корректный. Вот. С некоторыми видами мы вынуждены бороться. Например, та же амброзия, тот же борщевик. Я не уверен, что эта борьба завершится успехом, но каким-то образом контролировать расселение опасных видов мы вынуждены. Вот после многих лет борьбы французы, кажется, подобрали там насекомых, которые амброзию уничтожают. Поэтому это вынужденная мера борьбы. Стоит ли бороться с какой-нибудь мелкоцветковой недотрогой? Не знаю, не уверен, что это нужно делать, но с видами, которые явно опасны, с тем же американским клёном, пенсильванским ясенем, мы вынуждены бороться, они пока не подают признаков встраивания в местные экосистемы. Когда это произойдет, бог видит. Вот, поэтому тут ответ, с чем-то бороться надо, на что-то надо не обращать внимания. Ну вот интересный пример облепихи. Облепихи довольно забавный ареал, это горные системы умеренной Евразии. Нет, не Евразия, Азия. Это Кавказ, это все горные системы Сибири, Тибет, по-моему, в Гималаях есть. В Восточной Европе дырка в ареале, а дальше она есть на Северном море. Маленький кусочек есть в Великобритании. И вот сейчас облепиха активно осваивает Восточную Европу. По многим речкам Центральной России облепиха расселяется. Рыбаки очень ее не любят, потому что пробиться через заросли облепихи почти невозможно. Остановить этот процесс уже нельзя. Стоит ли с ним бороться? Ну, приходится смириться. Кратенько так. Итак, следующий вопрос. Тоже он большой. В байрачных лесах степных зон первоцветы растут сплошным ковром. Вначале появляются пролески, хохлатки, чистяк. Затем расцветают тюльпаны, чина и так далее. Почему в лесах московского региона подобные первоцветы практически отсутствуют или встречаются очень редко? Хотя, казалось бы, условия в смешанных лесах очень схожи. Почему никто не может занять эту нишу? Ну, по-моему, эта ниша не пустая. Вот через пару недель приезжайте куда-нибудь в Брюксель, посмотрите на любые лесочки, которые там к оке, к притокам сходятся. Там ковер будет из хохлаток, леденицы, аномалий, ранкулаидис, аномалий моров гораздо реже. Вот. Дело в том, что значительная часть лесов подмосковных – это монокультура ели, которую, конечно, не стоит ожидать первоцветов. Вот. И во-вторых, многие первоцветы, они неустойчивы к вытаптыванию, потому что у них есть гипогеоген, корневища, которые располагаются в верхнем слое почвы,
в подстилке, и эти растения при интенсивном вытаптывании, конечно, исчезают. Я не согласен с вами, что в Подмосковье нет эфемероидов и синих цветочек. Даже в ельнике, вот сейчас скоро кислица зацветет, все ельники будут белые. Кислица. А искусственные посадки, конечно, бедные, первоцвет. Следующий вопрос. Тут сложный вопрос, он еще очень длинный, и несколько в нем подвопросов. Арника – травянистое растение. Имеет ли усеченное название арни? Какими методами определить, произрастала ли арника на конкретной сопке несколько столетий или тысячелетий назад? Какие предварительные полевые исследования можно провести силами краеведов и учителей? Возможно ли дистанционная консультация научных сотрудников институтов на этапе предварительных полевых исследований краеведами? И примечание, что арни – это народное название сопки. Какой народ проживал, неизвестно, но название дошло до наших времен. Рассматриваем одним из оснований названия сопки арни. Арни – это то, что там распространяется как раз арника. Давайте сначала простую часть. Арника явно не связана с сопкой арни. Это такая народная этимология, которая часто ошибочна. Арника – название, известное со средневековых рукописей, явно к вашей горе не имеет никакого отношения. Несколько растений испанских, например, совершенно не принадлежащих к роду арника, так называются. Я пытался посмотреть, откуда слово произошло. Есть два варианта: от ягненка, либо второе — от чихания. Вот, то есть происхождение слова не ясно. И к вашей горе арни явно не имеет никакого отношения. А как проверить, как оно росло, крайне сложно. Я, насколько понимаю, семянки там достаточно мелкие. Ожидать, что они сохранились в каких-то отложениях, крайне сложно. Хотя сложноцветная, но, в общем, она не всегда дорожно определяется. Вот Светлана Вячеславовна Полевого, там где-то была в чате, может сказать, насколько я не прав в этом отношении. Нужно пытаться тут все посмотреть. Не уверен, что это поможет. Вот. А что могут сделать натуралисты? Ну, во-первых, это наблюдение, составление локальных флор. Посмотреть, что растет вокруг вас, максимально подробно. А натуралист вам в помощь. Тут можно и разместить ваши результаты, ваши наблюдения, спрашивать у людей, что это и как это. Вот, ну, и в личку можно писать, спрашивать. Если, ну, поверьте, у каждого из экспертов, а натуралиста, очень мало свободного времени. Если вам не отвечают сразу, не обижайтесь, пожалуйста, это просто вот дефицит времени, а вовсе не пренебрежение к вам. Увы, увы, именно так. Следующий вопрос. Хорошо. Это последний вопрос. Какие есть способы остановки распространения инвазивного вида клёна американского? Ой, это сложный вопрос. Я уже вот в одном из первых слайдов показал. Мы тут в прошлом году выпустили книжку про биологию клёна во вторичном ареале. К сожалению, бороться с ним крайне сложно. В городских условиях, где он занимает огромные территории, надо его постепенно выводить из культуры. При этом, в первую очередь, уничтожая механическим путем женские растения. А вот как освоить с ним борьбу в долинах рек, где вот на Суре, например, рядом с Мордовской биостанцией есть негундятники, так их называют, выглядит ужасно, потому что вода царь-негунда ничего не растет, соответственно, насекомых очень мало, такие мертвые леса. Я не знаю, как. Вот. Возможно, стоит пытаться разрабатывать биологические меры борьбы. Все-таки ацарнигунда – это изолированная веточка среди кленов, но вопрос, насколько удастся подобрать стенофагу, не знаю.
Посмотрите нашу книжечку, там кое-какие рекомендации есть, для городских условий они приемлемы. Вот. Для природных мест обитания не знаю. Вопросы с формы закончились. Начинаются вопросы с чата. Итак, возможен ли занос растений завозной землей, которой газоны посыпают? Каждый год во дворы привозят землю. Еще как возможно. Ну, лет 5 назад у нас рядом с домом, где я живу, привезли такую землю, на следующий год из нее выросли помидоры, дыни и чезалис перуанский. Вот такой был газончик с помидоров. Вот, ну и заносят и большевик Сосновского. Опять же, вот по Дубининской улице после реконструкции газона вдруг в массе выросла конопля. Вот были такие газоны из конопли, которые в одну ночь кто-то подстриг. Такие дыни случаются. Ну, много-много бывает с газонной земли, это обычная вещь. Все, спасибо. Следующий вопрос. Вопрос по поводу ослинника двулетнего, Анатера. Можно ли сказать, что заняла свою экологическую нишу? Ой, ну это Дмитрий Бочков вопрос про Анатера Дмитриевича. Во-первых, неясно, что это за растение. По некоторым мнениям это североамериканский вид, по некоторых ботаников Северной Америки, а Анатера бизилис в Северной Америке нет, а там есть что-то похожее. Это раз. Во-вторых, сейчас происходит активное расселение других видов Анатера, прежде всего Анатера рубрикаулис. Вот я пару лет назад решил повторить серию снимков Анатера Виенис на станции Звенигород. К моему удивлению, я там не нашел ни одного растения Анатера Виенис, была исключительно рубрикаулис, который 30 лет назад там не было и в помине. Плюс ко всему, сейчас расселяется еще один вид Анатера, очень активно, у которого нет железного опушения в соцвете. В общем, что такое Анатера биелис? Ну, наверное, она заняла экологическую нишу. Сбитые пески. Вот, в этом прошлом сезоне на Оке я выходил в места, где просто огромное количество. Кстати, посеял Анатеру возле дома, она не проросла. То есть она у нее, в общем, песочки не нужны, песочки. Не любит она на таких наземах расти, как это называется. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли примеры инвазионных видов паразитов или полупаразитов? У нас, пожалуй, нет. Нет, есть один. Есть. Это Курскут кампестрис повелика равнинная североамериканская. В центральной России она достаточно скромно себя ведет, вот, хотя регулярно мы ее находим. А где-нибудь по югу России, на сельхозземлях, на пустырях, уже не это массовый фоновый вид. Да, вот по великой равнине, пожалуй, здесь, например, полупаразитов не знаю. Находки как заносных и единичных уникальны, каждый раз надо разбираться, каким образом они попали. Так. Спасибо. Следующий вопрос. Как правильнее, на ваш взгляд, делать черную книгу области на iNaturalist? Перечислением чужеродных видов или включением всех видов за исключением аборигенных? Существуют ли списки аборигенных видов? Начну с последнего. Значит, не во всех областях есть современные конспекты флор, и обычно там указано, какие виды лишние, какие заносные. И повторюсь, есть серьезные проблемы с определением родной и чужой. Вот дурман и белина, которые отчасти похожи по диалогу, дурман явно заносный, документированный историческими
физическим. Вот. А семена белины находят в хранящих белков, поэтому она, скорее всего, родная. Вот. А черные книги, ну, это исходные идеи, это наиболее активные виды из заносных, которые представляют опасность либо для биоразнообразия, либо для человека, в общем, связаны с каким-то явным ущербом. А мы договорились, что мы в черную книгу вносим 50 видов. Вот, еще 50 надзорный список. Но это сугубая рекомендация, которой мы же не следовали, например, в черной книге Калужской области. Вот. К сожалению, это до сих пор экспертная оценка. Вот. А список заносных, вернее, для любого региона подробные наблюдения флоры очень полезны, как что касается и местных видов, и заносных. И соответствующими комментариями, а натуралист тот же это позволяет сделать под проекты. Там заносные области, чужеродные виды такой-то области. Или чужеродные виды окрестностей села Гадюкина. Он не подойдет. Спасибо. Следующий вопрос. Как правильно отличать золотарник гигантский от золотарника канадского? Но опять же, если вы посмотрите по флору Северной Америки, то вы увидите огромное количество синонимов для золотарника канадского. На нашей территории вроде бы все просто. Значит, золотарник гигантский – это длиннокормовичное растение, поэтому он образует монотонные заросли из одинаковых растений, одинаковой высоты. Вот, у него более плотные кожистые листья, такой темно-зелененький, компактный соцветие. А золотарник канадский – это короткокорневищное растение, поэтому оно образует такой веник, сразу видим несколько стеблей. Растение менее яркое по зелени, то есть тускло-зеленое, и более мощное соцветие. Вот, но вопрос… Обычно можно даже из одной электрички распознать эти два вида, если глаз представляет. Но в Северной Америке есть как и короткокорневищные, так и длиннокорневищные растения золотарника канадского. То есть у них этот признак не работает. Он работает во вторичном роли, и, по крайней мере, я так считаю. Вот. В общем, отличить их достаточно просто. Иногда проблемы возникают с растениями, которые первый раз зацвели, это первого либо второго года. Но, в общем, обычно разобраться можно уже используя форму листьев, опушение и все такое прочее. Обычно со 100 метров все поможет. Спасибо. Следующий вопрос. Правда ли, что злостный сорняк Галлинцуга был занесен в Россию армией Наполеона? Я, честно говоря, вообще в Черной книге Средней России не я писал отличники, не помню так откуда. По-моему, это постепенное наступление в Оренбурге из Центральной Европы. У Алексея Константиновича Скворцова есть статья по поводу… В одной из статей есть очерк про расселение Оренбурге. Дело в том, что у нас два вида. Галлинцуга квадрирадиата и Галлинцуга парвифлера. Вот. Они, в общем, неплохо отличаются. Но с армией Наполеона вряд ли что-то занесено. Был один вид, который почти наверняка занесен с наполеоновской армией. Это Галлиум парвифлера, подмарение парижский. Но это сборы 1825 года на Воробьевых горях. Вот. А после этого этот вид не находили. Наполеон явно следов не оставил. Дело в том, что вот эта полимахорная группа, она очень
требовательны к условиям среды. Ну вот Наталья Михайловна об этом рассказывала. Напоминаю, вот во время франко-прусской войны алжирская конница, это французская конница, она занесла под окрестности Парижа порядка 150 видов. В 2-3 года исчезло практически все. Наполеон не успел подтащить что-нибудь интересное. А на пожарищах Москвы появились многие сорняки типа сизимриум альтиссимум, но это уже наши сорняки. Спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, с какого момента инвазивный вид имеет смысл включать во флору региона? Ну, я считаю, что во флору региона следует включать растения, которые вы нашли. Там, ну вот в Москве, например, находили сходы финиковой пальмы. Почему не во флорорегион это не включить с указанием, что вот были найдены всходы финиковой пальмы, ну или, например, для Волгоградской области в отстойниках находили всходы цитруса. Это фиксировать этот факт нужно. Другое дело, включаете ли вы эти находки в анализ флоры. Вот, вы можете сделать любой фильтр, указав основание для этого фильтра. Потому что с финиковой пальмой, там, с цитрусом все понятно. Откуда взялись, как попали, это ясно. Но когда вы много ходите, вот, нашли что-то там интересное, откуда взялось или нет. Вот, например, Василий Дмитриевич Бочкин на одной из подмосковных станций нашел с десяток среднеазиатских видов. Сначала он считал, что это там помыли БТР после Афганистана. Вот. Потом стало ясно, что там разгружали Бахчевы из Средней Азии. А арбузы при перевозке перестилают травой, чтобы они не шумелись. Особенно дыни перестилают сеном. Вот. И понятно, что это просто вот сеном там попало. Сколько лет они там жили? Ну, бог его знает. Кое-что уцепилось на 2-3 года. Поэтому включать во флору надо все, другое дело делать нужные комментарии. Моя точка зрения такая. Спасибо. Следующий вопрос. При интродукции растений возможно ли предсказать, то есть есть ли какие-то признаки, может ли вид убежать из культуры и стать инвазивным? Ну, эти работы очень популярны в Америке и в Европе, когда высчитывают свойства идеального сорняка. Высчитывают признак, который позволяет сказать, что вот она будет расселяться. Таких признаков нет. Вот. Никто никогда не знает, когда растение рванет за пределы культуры. А единственный способ – это знать литературу по флоре соседних регионов. Вот известно, что в Европе, например, красный дуб в ряде стран, в том числе в Прибалтике, например, это вид инвазионный. Стало быть, он у нас тоже станет инвазионным, скорее всего. Вот это единственный критерий. Хотя понятно, что, я не знаю, те же кактусы в Подмосковье едва ли станут инвазионными. В Астраханской области не уверены, по концу фиоканта, по-моему, уже потихонечку начинает расселяться. Увы, рассказать невозможно, на мой взгляд. Спасибо. Следующий вопрос. И, кажется, последний. Есть ли разумное объяснение того факта, что подавляющее большинство инвазионных видов в Средней России, но и не только здесь, являются именно травянистыми, так как древесные, например, вегетативно подвижные кустарники существенно уступают им? Ой, Иван, не уверен, что это можно так утверждать. Ну, посчитайте соотношение древесных форм и травянистых в природной флоре. И теперь посчитайте соотношение во флоре инвазионных видов. И я не уверен, что здесь будет соотношение в пользу травянистых растений. Это во-первых. Во-вторых,
Мы очень часто смотрим на наши ближайшие окрестные поля, на дороги, и, в общем, существенно меньше смотрим за лесными территориями. Но вот как часто вы эти красные дубы наблюдали в дикой природе? Он активно расселяется вот, в Калужском городском бару, вот вокруг Никиткарина, я это видел. Но вот сейчас расселяется Rubus hirtus, вегетативно подвижный кустарник. Причем Rubus hirtus страшные вещи, такой сплошной покров формирует. Хорошо, спасибо. И вопрос, который, наверное, действительно назрел, его нужно было еще в самом начале задать. Как правильно называть такие виды? Инвазивные, инвазионные или адвентивные агриофиты? Ну, во-первых, на мой взгляд, да, все-таки односложный термин нужен. Я стараюсь говорить инвазионный. Питерцы говорят инвазивный. Вот. Естественный отбор покажет, какое слово закрепится, то и будет правильно. Сколько бы мы ни консультировались с филологами, вот, термины живут своей жизнью. Вот. Я, например, знаю, откуда взялся термин эргазиофит. Эргазиофит – это изначально означало растение, которое культивируется. А эргазиофит – это растение, которое уходит из культуры. Но вот Вадим Николаевич Тихомиров, ему слово эргазиофит решит, не нравилось, какие-то фигофиты. И вот термин сократился, исходя из первоначальной смысла. Термин фруктификация, который Сергей Викторович Мельник ввел, хотя он морфологически некорректен, но вот фруктификация, термин прижился, и он всем широко пользуется. Поэтому инвазивные и инвазионные, ну вот, а кто кого победит, Москва или Питер, как получится. Больше читайте. Литература по инвазионным, впрочем, заносным видам местной флоры огромна. Смотрите работы там 18-19 века. Это крайне интересно. Вот. Я надеюсь, что это доставит вам удовольствие. Вот. И не ограничивайте себя видами инвазионными. Все растения хороши. Весна наступила, ребята, весна. Спасибо большое. Я думаю, что на этом мы будем завершать. Я делаю небольшое организационное сообщение, как всегда. У вас еще есть возможность задать один последний вопрос, если вдруг вы хотите. Итак, это была 9-я лекция. Впереди еще 7. Записаться на лекции все еще можно. Ссылки все можно найти в сообществе Флора России на Naturalist и во ВКонтакте, в сообществе цифрового гербария МГУ. Но если вы будете смотреть на Ютубе, пересматривать на Ютубе, то все ссылки будут в описании. Задать вопросы предстоящим лекторам можно всегда или в форме регистрации, или в комментариях к анонсу вот всех сообществ, которые я назвала. Мы все еще ждем новых людей, хотя у нас, ну, в смысле, как зрителей, так у нас уже собран пул лекторов. Мы не объявляем их сильно заранее, потому что все еще всегда может измениться. На всякий случай мы вас как бы не обнадеживаем, чтобы потом не расстроить, если вдруг что. Но пока что у нас ни один лектор не отменялся за все это время. Лекции проходят обычно по московскому времени в субботу в 11 или в пятницу в 18. Ориентируемся всегда на лектора. Всем ждем. Спасибо большое, что приходите. Обычно вас очень много. И я попрошу вас все-таки, если вы смотрите нас на Ютубе, подписываться, ставьте лайки, потому что это поможет нам продвигаться. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о том, что лектория существует, и узнали вообще об iNaturalist и о проектах, которые запускают, ведут или участвуют те люди, которые к нам приходят и как слушатели, и как лекторы. Все, на этом я завершаю. Всем большое спасибо. Всем до встречи и всем пока.